Всем привет! Сегодня уже... Сколько время, Кристина, уже? 5 часов уже где-то вечера. Сегодня очень плохо себя чувствуем все. Заболели. Слабость очень сильная, температура, насморк, кашель. В общем, ото льва все заразились. Слабость вообще очень сильная. Ну а сейчас мы делаем салат. ПП-салат. Кристина сорежет помидорки. Уже приготовила вот стручковую фасоль. Что тут еще, Кристина? Перец, яйца, лук. И вот еще добавим кукурузу. Вот Кристина режет. В общем, вкусненький будет салатик. Главное, он очень полезный. Хотя вот сейчас вот овощи, которые у нас продаются, там помидоры, огурцы, они безвкусные вообще, то есть не натуральные. Когда дома в огороде там выращенные, они действительно вкусные. А вот эти вот, это не сравнить, конечно. Химия. Химия одна, да. Вот. Ну, наша любимая стручковая фасоль. Только в этот раз Кристина ее отварила. Обычно я на гриле ее. А сегодня она взяла ее и отварила. А что, высыпает? Давай. Я поучаствую в создании салата. Так. Ну, пока вываливайся. О. Вкусная. Кукурузка. Так, помидорки. Видите, Кристина как насморк у нее. У меня, кстати, сейчас нету насморка. Ну так. Все, да, сюда? Угу. Ну, Кристина говорит, сюда еще надо это курицу. Курица мы не отварили, так что поэтому так будет. Без курочки. Вот какой салатик вообще классный. Столько цветов, да? Угу. Таких разных. Все цвета, наверное. И маслицо давай, ага. Маслом. Как это салат называется, знаешь? Солнечный салат. Или радужный салат. Кто знает, пишем в комментариях, как этот салат называется. Пошли гулять на улицу. И вот тут сидит хаски тоже, только она рыжая, или как называют ее, шоколадный цвет. У нас Майя, Мирана, тоже посадили на цепь. Вот собака сидит, как будто охраняет территорию. На самом деле агрессии никакой у нее нету, да? Так, виляет хвостиком она, и все. Так вот у нас... Сажают на цепь хаск. Ну, тоже смотрит. Вроде... А машина есть. Ладно, пойдем дальше гулять. Лёва. Мирана. Где были? Ищет лазер. Покажи ей лазер. Машины тут раскатались, вообще мешают гулять нам. Увидела. Увидела? Да. Чего это такое? Чего это такое? Что за лазер? Все. Видит, нет? Майя. Хорошо, молодец. Мирана носится. Так, решили мы все-таки нарезать сюда мясо. И мы делать будем как шаурму. Купили еще лаваш. Точнее, Кристина вчера взяла.
Вот, и в него будем заворачивать. А тут два лаваша или сколько? Один. Положили по два. Таких нету сейчас. Вот, будем из вот этого салата делать как типа шаурмы с мясом, вот с овощами, со всем. Будет очень вкусно и, главное, полезно. Я не знаю, кто придумал, что типа шаурма — это вредно, обязательно должно быть. Если вот такое вот все входит, там без майонеза, без кетчупа, то, в принципе, все очень-таки даже полезно. А лаваш же вроде бы он это, бис, как называется. Есть типа с отрубями или чем? Есть рецепт. Есть рецепт? Так, мука пшеничная, хлеб пекарный высшего сорта, вода питьевая, соль пищевая. Все, тут больше ничего такого нету, так что довольно-таки полезный лавашек. Ничего вредного нету. Сейчас будем. Единственное, что мы сделаем, так это мы обжарим шаурму нашу в сковородке. В сковородке немного там маслица добавим и поджарим шаурму. Я вам покажу потом. Сейчас пока делаем начинку. Ну, в принципе, тут нечего показывать, только начинка, и потом все это завернем в лаваш. И все, и поджарим. Вот такой вот длинный лаваш. Вообще длиннющий. Почти что на весь стол. Почему-то вот на этом лагает все. Прям это, получается, линейный стоит расширение. И оно почему-то лаги идут какие-то. Но более светлая картинка получается, когда включаю вот это. Тоже 2,7К, но картинка вообще светлая. Вообще. Улё, все. Вот такая вот у нас. Ну ладно, тебе поменьше. Ну и вот наша шаурма вкуснейшая на сковородке. Поджаривается с двух сторон. Сейчас перевернем и будем кушать. Постоянно снимаем, как мы кушаем. Потому что все постоянно кушают. Без этого никак не сможешь просто жить. Надо постоянно себя заправлять топливом, как и машину. Такая вот вкусная шаурма у нас получилась. Сейчас будем ее кушать. Вот такой вот у нас небольшой влог получился. Кому понравилось, конечно же, ставим лайки, подписываемся на канал. Ждем завтра новый влог. Ладно, всем удачи и всем пока.